Всем привет, с вами канал Art Mania. Готовлю я там свои новые кастрюльки. Здесь вот они, я их помыла. Блин, они такие классные, а? Они, блин, у меня такое прям восхищение в душе. Блин, потому что я, наверное, девочка, вот у меня посуда появилась. И прям там уже Дима проснулся, пока я все эти обзоры делала. Вот я его помыла. Она так блестит красиво, прям обалденно. Вторую помыла, высохнет, я уберу. Эту я, наверное, уберу, потому что большая мне сейчас редко нужна. Вот, а вот этими вот двумя я буду пользоваться. И вот, кстати, ковшик. Внутри он матовый. Он, блин, реально, он не отмывается. Ну вот, надо чистить, чистить, чистить. А здесь вот гораздо проще. Она глянцевая внутри. Губкой протер, и все. Там вместе с АОСом, и все хорошо. Вот там у меня, кстати, здесь вот моя кастрюлька. Здесь у меня язычки кипят. Вот, блин, посмотрите, какая она классная. Она, кстати, с этой стороны матовая, и вот это вот матовая. Это вот моя старая кастрюлька. Очень прям вот эту кастрюлю обожаю. Просто невозможно. Мне еще ее папа подарил. И, видимо, может быть, поэтому прям не могу, обожаю. Вот, и это вот. Я надеюсь, то, что она качественная, здесь все хорошо будет, что хватит мне надолго, потому что в одном месте сказали, что они не вечные, что их надолго не хватит. Да, там у меня, кстати, сушится. Все сушится. Всякие стаканчики. Что такое? Что случилось, Дима? Что там? Обои. Кровать, кровать, Дима забегает. Кричит, кровать. Батюшки, что здесь случилось, Димочка? Все вернем. Кто здесь был? Кто спал на твоей кровати, Дима? А ну-ка догадайтесь, что здесь было? Почему все сдвинуто в один угол? А посередине места много. Мелко. Да. Мелко. Так, это трогать нельзя. Ну-ка, ну-ка, вспоминайте. Все смотрели, наверное. Что здесь было? Ничего вам не напоминает? Ой. Что же тут было за мероприятие? Напишите в комментариях обязательно. Да, ее не надо ее так делать, ее надо заклеить. Заклеить ее надо просто. Да, кровать твоя там стоит. Да, Димочка пришел от бабы. Мы сейчас варим быстро-быстро кашу. Блин, у нас уже почти 8 час. Ну нет, ее мы не будем с тобой. Ай ты, господи, ломать. Она так хорошо собрата. Я его беру сейчас и все. Вот она хорошо тут стоит. Обычно бабушка нам дает очень много еды. И поэтому я решила, что я буду смысл готовить. Обычно я не готовлю. А в этот раз она не успела приготовить. Дима очень, видимо, был шебутной, да? Дима, расскажи, что ты разбил у бабы? Папа. Что ты у бабы разбил? Расскажи. Как оно упало? Упало. Как? Баба еще не привыкла. Да? Убирать вещи на место. И у нее везде стоят вещи. На кухне там. Все стоит. Уж я убираю, когда прихожу, но нет. Вот, и Дима взял кувшин с водой. Кувшин с водой Дима взял, да? И его пока нес, уронил. Он упал в дребезги, слава богу, с Димой все хорошо. Мама говорит, ну воды прям вообще, он упал просто в дребезги, и воды было много. А там еще у мамы кафель, по-моему, называется, плитка, кафель. И, естественно, вообще, может быть, еще из-за этого он разбился. Шарик. Шарик, да. А это коробка такая вот у Димы. Про эту коробку, не знаю, я хотела снимать отдельный ролик, наверное, не буду.
Тут коров, короче, всякой всячины. Ну, не лази туда. Бабка. Не надо. Шарик принеси. Подай мне шарик. Шарик принеси. Короче, это коровка, я ставлю ее вот сюда, вот на среднюю полку. И когда ребенок доезжает, раскачивая коляску, доезжает до полки туда, он достает эту коробку, кладет себе в кроватку и начинает ею заниматься. То есть тут просто всякая всячина. Сейчас я туда уже набросала все, что попало. Такие всякие козявки. То есть, если вы хотите... Ты куда пошел? Полез, вернее. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок с утра чем-то занимался, сидя в кроватке, а вы за это время хотите лишний час, два, три поспать спокойно, то создайте такую коробку. Он бы достает, он ею занимается, увлекается. Здесь вот липкая эта пленка, здесь вот наклейка. То есть такие вот всякие... А газетку я сюда вот журнал кладу, это на тот случай, может он догадается ее разорвать на мелкие кусочки. Вот такие всякие бумажки, конфетки вот. Эти вот она... Не, она пустая, наверное, открывать. Вот тут вот всякие... Всякие, короче, бумажки, это он уже порвал здесь половина. Вот, изначально это была коробка для мелкой моторики, но сейчас, в принципе, она какая-то часть осталась. Но тут сейчас куча всякой гадости, это я потому что торопилась, все просто сложила в эту коробку, то, что с чем он продолжает играть, и все. Да, Дима? Что ты там делал, белочка? Вот, и, допустим, ему становится скучно, он достает здесь какие-то даже не игрушки, какие-то непонятные вещи, с которыми можно поковыряться, да? Да, у нас выпал снег сегодня. Первый день зимы у нас. Вот, 1 декабря у нас сегодня. Да, ролик у вас выйдет, конечно, с опозданием, наверное, на полнедели... Ой, ну да, на полмесяца с опозданием. Там не надо нажимать. Такой маленькой ручечкой. Дима осваивает синтезатор. Ну давай. Не надо дожать. Давай тут. Ну, давай сам. Да ты, господи. Счастье-то сколько. Ой, ой, и там даже. Ты одной рукой тут, Дима, а другой рукой там. Да, вот так вот. Ой, ой. Жалко, что она отключается сама. Мигает там все.
У нас батарея садится.